Российская фигуристка Алина Загитова исполнила на камеру танец под песню, которая популярна в социальных сетях. Видео было сделано в зале для хореографии. Многие подписчики оказались в восторге от танца фигуристки. Напомним, с декабря 2019 года Алина Загитова не принимает участие в соревнованиях. Не так давно стало известно о том, что может пройти интересный поединок по правилам бокса. Между собой могут сойтись фигуристка Алина Загитова и певица Ольга Бузова. Об этом высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Они деньги делают. Что тут еще понимать? Они что, увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживем, увидим, сказала Тарасова. Стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала о подборе нарядов для ведущих шоу «Ледниковый период». Ведущими шоу являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова. Есть ли специфика? Есть, но связано это больше с самими ведущими. Они у нас очень молодые девушки, и, конечно, есть такой момент, что нельзя переборщить сексуальностью, открытостью, особенно для Ани Щербаковой. Но в то же время надо сделать так, чтобы она не превратилась совсем в ребенка. Такие рамки есть. С Алиной Загитовой в прошлые сезоны было так же, но в этом году она уже чувствует себя более взрослой, поэтому мы иногда позволяем более откровенные наряды. На ледниковом периоде легче в том плане, что не нужно подбирать обувь, потому что ведущие постоянно на коньках. Но за счет этого мы делаем акценты на украшениях, на прическе, продумываем макияж.